Всем привет, дорогие друзья, с вами Вышибит, и мы играем в игру под названием «Крылатая братва». Сразу хочу сказать, что видео снимается для канала «Игры ВКонтакте». Погнали! Что у нас тут написано? Привет, меня зовут Букан. Тут кабаны не пробегали? Они затоптали весь лес и уничтожили мое жилище. Помоги мне найти их. Конечно, поможем. Поищем их тут. Жми сюда. Жмем на вот эту циферку. У нас загрузился уровень. Так, ага. Так, привет, меня зовут Клю. Этот монстр напал на меня из-за кустов. Далее. Но ничего. Мне остался один удар. Смотри, как я могу. Далее. Ага. То есть, как бы не три в ряд. Так, это было непросто. Давай пойдем дальше вместе, а то я боюсь. Окей. Не в этот раз ты пойдешь со мной. Нет. Смешно. Нужно спасти ее. Сначала наберемся сил. Давай соберем сладкие фрукты. Я очень их люблю. Далее. Окей. Есть два варианта. Зажми левую клавишу мыши. Проведи и отпусти. И более простой кликни. Проведи, кликни. Ага. Окей. Оп. Отлично. Мы сделали то, что нам сказали. Давайте еще раз так сделаем. Ага. Оп. Ну. Так. Классно. Опа. Уровень пройден. Отлично. Так. Что ж, мне игра нравится. Очень прикольно. Графика здесь классная. У нас получилось. Пойдем на карту. Нужно найти Клю. Такое странное имя, если честно. Так, нажимаю на карту. Так, смотри, как ее далеко утащили. Ну, не так уж и далеко. Так, и далее. Нужно расчистить дорогу в погоню. Окей. Так. Ждем. У каждого участка леса свои особенности. Выполняя задание, чтобы закончить уровень. Окей. А также следи за ходами. Они могут закончиться в самый неожиданный момент. Далее. Значит, нам нужны 15 яблок. Правильно? Правильно. Вот так вот. На, классно. Оп. Вот так вот. Отличненько. У меня все получается. Поэтому так ведем. Оп. Ну. Давай. Класс. Оп. Не, ну вообще супер. Супер восхитительно. Дара-та-та-та-тан-тан-тан. У-ху-ху-ху-ху, сколько яблочек. Так. Потом вот так. Нет, как-то по-другому надо. Оп. Вот так, отличненько. Мы собрали больше яблочек, чем надо, и проходим уровень. Уровень пройден.
Так, что же, дорогие друзья, к сожалению, я должен прощаться. С вами был Вышибиц. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!